Друзья, привет! Hi! Действительно, привет всем трудолюбцам! Hi, my friends! Вы большие молодцы, огромные трудолюбцы! Так усердно занимаетесь, так стараетесь! Друзья мои, это прекрасно! It's wonderful! And we want to continue! И, конечно, хочется продолжать заниматься английским в режиме интенсива, чем мы и занимаемся, и продолжаем нашу контрольную работу. Обязательно пишите о ваших результатах и о ваших впечатлениях, и где вы остановились. My friends, thank you very much! So, итак, let's translate. Мы жили счастливо. Мы жили. We lived счастливо. Happily. We lived happily. Это было больше, чем достаточно. Это было. It was больше. More. Чем достаточно. Than enough. It was more than enough. Я думал, что те проблемы не были такими серьезными. Я думал. I thought. Что. That. Те проблемы. Those problems. Не были, weren't, такими серьезными. So serious. I thought that those problems weren't so serious. Вопрос. Ты был на вечеринке вчера? Ты был? Were you? На вечеринке? At the party вчера, yesterday. Were you at the party yesterday? Вопрос. Это было действительно интересно? Это было? Was it действительно интересно? Really interesting. Was it really interesting. Мы не поверили ему. Мы не поверили. We didn't believe ему, him. We didn't believe him. Вопрос. Ты был действительно бедным? Ты был? Were you действительно бедным? Really poor. Were you really poor? Я отдохнул мало. Я отдохнул. I relaxed. Мало. Little. I relaxed little. Он хотел задать тебе один вопрос. Он хотел. He wanted задать тебе to ask you один вопрос. One question. He wanted to ask you one question. Он продал свою старую машину. Он продал. He sold свою старую машину. His old car. He sold his old car. We lived happily. It was more than enough. I thought that those problems weren't so serious. Were you at the party yesterday? Was it really interesting? We didn't believe him. Were you really poor? I relaxed little. He wanted to ask you one question. He sold his old car. Они обычно проводили время вместе. Они обычно, they usually, проводили время, spend time, вместе, together. They usually spend time together. Я гулял в парке.
Я гулял. I walked в парке. In the park. I walked in the park. Они построили маленький дом. Они построили. They built маленький дом. A small house. They built a small house. Как ты учился? Как? How ты учился? Did you study? How did you study? Почему он был так зол? Почему? Why он был? Was he так зол? So angry. Why was he so angry? Я думал, что они были правы. Я думал. I thought. Что? That. Они были правы. They were right. I thought that they were right. Я хотел сделать это. Я хотел. I wanted сделать это. To do it. I wanted to do it. Вопрос. Ты был счастлив или нет? Ты был? Were you счастлив? Happy или нет? Or not? Were you happy or not? Это не произошло. Это не произошло. It didn't happen. It didn't happen. Я не знаю, почему это не случилось. Я не знаю. I don't know. Почему? Why? Это не случилось. It didn't happen. И это кажется очень странным. И это... And it... Кажется... Seems... Очень странным. Very... Strange. I don't know why it didn't happen, and it seems very strange. They usually spend time together. I walked in the park. They built a small house. How did you study? Why was he so angry? I thought that they were right. I wanted to do it. Were you happy or not? It didn't happen. I don't know why it didn't happen, and it seems very strange. Я выпил немного сока. Я выпил. I drank немного сока. Some juice. I drank some juice. Почему это было так скучно? Почему? Why? Это было? Was it? Так скучно. So boring. Why was it? So boring. Сколько ошибок ты увидел? Сколько ошибок? How many? Mistakes ты увидел? Did you see? How many mistakes did you see? Далее используем правильный глагол. Урок начался. Урок. The lesson начался. Started.
the lesson started. Вопрос. Ты был уверен? Ты был? Were you? Уверен? Sure. Were you sure? Мы посмотрели этот видеоурок. Мы посмотрели. We watched этот видеоурок. This video lesson. И нам действительно понравился он. И and нам действительно and we really понравился liked он. Имеется в виду урок. And we really liked it. We watched this video lesson and we really liked it. Я пошел на работу. Я пошел. I went на работу to work. I went to work. Это произошло ночью. Это произошло. It happened ночью at night. It happened at night. Я сделал это упражнение. Я сделал. I did это упражнение. This exercise. I did this exercise. Мы гуляли в лесу вчера. Мы гуляли. We walked в лесу. In the forest. Вчера. Yesterday. We walked in the forest yesterday. I drank some juice. Why was it so boring? How many mistakes did you see? The lesson started. We're sure. We watched this video lesson and we really liked it. I went to work. It happened at night. I did this exercise. We walked in the forest yesterday. Я думаю, это было замечательно. Я думаю, это было прекрасно. Я думаю, I think, это было, it was, прекрасно, wonderful. I think it was wonderful. Я встал недалеко от них. Я встал, I stood, недалеко, not far от них, from them. I stood not far from them. Мы были уставшими. Мы были. We were уставшими, tired. We were tired. Они не боялись. Они не боялись. They weren't afraid. They weren't afraid. Далее используем неправильный глагол. Когда начался урок? Когда? When начался урок? Did the lesson begin? When did the lesson begin? Когда закончился урок? Когда? When закончился урок? Did the lesson finish? When did the lesson finish? Я не хотел делать это. Я не хотел.
I didn't want делать это. To do it. I didn't want to do it. Я закончил свою работу час назад. Я закончил. I finished свою работу. My work час назад. An hour ago. I finished my work an hour ago. Это изменило мою жизнь. Это изменило. It changed мою жизнь. My life. It changed my life. Я улучшил свой английский благодаря этому каналу. Я улучшил. I improved свой английский. My English благодаря thanks этому каналу. To this channel. I improved my English thanks to this channel. I think it was wonderful. I stood not far from them. We were tight. They weren't afraid. When did the lesson begin? When did the lesson finish? I didn't want to do it. I finished my work an hour ago. It changed my life. I improved my English thanks to this channel. My friends, thank you very much. Let's continue.